в этом выпуске. Смотри, без рук. Под куполом цирка. Выбил страйк. Улыбочку. Как говорится, чем больше пушка, тем больше пользы от ее владельца. Но из любого правила есть, конечно, и исключения. И Lefty Bot — один из них. Парень заявляет, что без единого ствола и клинка на тачке способен нехило поспособствовать успеху команды. Ну давайте заценим, как этот храбрец справится с задачей. А ведь и впрямь неплохо. Lefty Bot, голду скоро накинем. Жди. Следующие на очереди — ребята из группы Rocket Knights. Чуваки поставили перед собой цель — сколотить самую крутую в пустошах банду трюкачей. Дорогие зрители, устраивайтесь поудобнее, представление начинается. Rocket Knights, голду вы честно заслужили. Поздравляем с победой! Что-то давненько мы не получали видосов с кабиной «Бивень». Фагли Памп спешит исправить ситуацию. За один хороший вылет на реактивной свинье он нанизывает на тачку четверых врагов. Солидный результат. А уж если учесть, что на это потребовалось всего полминуты, будет хорошее напоминание о том, кто здесь босс таранной качалки. Ну, хотя бы зрителям напомним о клыкастой угрозе. Фагли Памп, дружище, ты заработал 1000 золотых монет. Жди. Грамотный выбор позиции — это половина успеха. В совершенстве эту мудрость постиг наш старый знакомый Стрейшот 1, и врагам на своей шкуре предстоит выяснить, насколько опасным может быть одно единственное орудие, если его грамотно используют. Смотрите по сторонам, дорогие водители. Может быть, вас снимают из скрытой пушки. А пока вы вертите камерой, мы переведем победителю его награду. А теперь пора выбрать лучший комментарий к прошлому выпуску. Иной худой сказал. Поход в рейд. Принеси машину Джеффа. Сэр, но машину раскатали катком. Тогда принеси экскаватор. Сэр, но у него ковш отваливается. Тогда принесите сварочный аппарат и комбайн, мы сделаем свою. Да будет так, сэр. Друзья, обращаем ваше внимание, что процесс зачисления золотых монет может занять до 5 рабочих дней. Каждую неделю мы отбираем 4 ролика победителя, которые поразят нас тем или иным способом. Будь то смех доколика в животе или упавшая челюсть от крутости происходящего. Хочешь попасть в наше шоу и выиграть бесплатного золотишка? Все зависит только от тебя. Теперь давайте обозначим правила участия. Шаг первый. Запиши и смонтируй видео длиной до 3 минут, которое, как тебе кажется, достойно попадания к нам в программу. Внимание! Видео должно быть опубликовано впервые. Закрытые видео и видео с доступом по ссылкам мы не принимаем. Видео также не может нарушать авторских прав третьих лиц или компаний. Шаг второй. Подпишись на наш канал, а также поставь лайк этому видео. Шаг третий. Залей свое видео на YouTube и пришли нам ссылку на crossoutshow@gaijin.ru, обязательно указав в письме название своего игрового аккаунта и электронную почту, привязанную к нему, чтобы мы могли зачислить твой приз в случае выигрыша. Каждую неделю мы награждаем 4 победителей суммой в 1000 золотых. А еще мы отсыпаем по 300 золотых за лучший комментарий недели. Так что снимай, присылай, смотри и комментируй. До встречи через неделю.